Донецк одержал победу в выездном поединке с Днепром. Это позволило закрепиться на 7-м месте в чемпионате Суперлиги. Донецким «Тиграм» с первых минут удалось захватить инициативу на площадке и удерживать ее до конца первой половины поединка. После перерыва хозяева сравняли счет, но мастерство «Тигров» оказалось выше. Дончане вернули себе преимущество. Поединок закончился со счетом 73-63 в пользу БК «Донецк».